Хотелось бы сказать, что я объявляю запись на марафон. У нас пройдет марафон. Этот марафон будет называться у нас марафон обновления или по-украинскому відновлення. Он начнется или будет у нас пройдет с 22 июня и будет длиться 10 дней. Раньше такой марафон я проводил за $600, сейчас я такой марафон проведу с минус 40% скидкой, он будет стоить $360. И вы можете подписаться или зарегистрироваться на данный марафон, количество мест ограничено, ограничено это значит ограничено, то есть не более там 100 человек будет. И вы должны знать, что те люди, которые пробовали проходить прошлый марафон, они столкнулись с тем, что перед началом марафона я им отказывал, потому что я не могу обработать больше определенного количества людей, а желающих всегда много. Поэтому не тяните, регистрируйтесь, будьте в первых рядах. Поэтому приглашаю вас на этот марафон, который называется «Восстанавливающий, відновлюючий». Он будет посвящен целительству, настраиванию судьбы на счастье, обретение благополучия материального, изменение судьбы. Также я буду на нем, скорее всего, обучать, как в этот период там, разрушенной страны или там, попали где-то за границу и не знаете, с чего начинать. Буду объяснять, там, как быстро изучать языки, каким образом быстро находить специальность, как коммуницировать правильно, какие эзотерические практики выполнять, чтобы вас там брали, чтобы хотели, чтобы к вам хорошо жизнь относилась, если это кармические какие-то связи. Проведу ряд обрядов для того, чтобы там убрать узлы, как они там называются, там кармические узлы, которые не дают вам устроиться на работу, быть счастливым человеком, выйти замуж там, и так далее, и так далее. Поэтому поторопитесь, великолепный будет марафон, посвящен всему. Включая здоровье.